А где мы, кстати, тапки будешь на счет? Ну ладно, потом найду. Ай, надо начинать. Это было мытье. Головную утью. А что она такая? Надо разбавить водой на 10%. Там написано даже. Ну не хочу еще возиться, еще водой разбавлять. А как я ее буду мерить, эту воду? Я думала, сразу открыли и понеслась душа в рай. Что ж такое за жизнь-то? Еще и разбавлять надо. Остановиться, как я думаю. Короче, попробуем так. Я разводить я не хочу. Там написано вообще первый слой можно наносить, не разводя. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Я, правда, не представляю, как ее не разводить. Она густая, как сметана. Что-то такая противная. Как сметаной пахнет. Понюхай. Да, чем-то таким. Чего-то я так много налила-то, я ладно. Сметанка! Так, ладно, попробуем. Заляпаю, не заляпаю еще. Отойди подальше, пожалуйста. Подальше. Чем синий-то, а не белый? Издалека белый. Да? Да, а вблизи синий. Да, не брызгает. Что он делает? Да, конечно, как сметана. Валик только себя впитывает всю краску. На видео как будто это просто свет. Сегодня второй день мучений с потолком. Начинаем. Ну, в общем, вот что у нас получилось после первого
Халтура, конечно, ужасающая. Но, честно говоря, я не представляю. У меня краски-то осталось четверть, наверное. Хотя там написано, именно первый слой мы красим, не разбавляя. Но мы уже безбожно стали ее разбавлять потом. Вот. Будем, наверное, сегодня тоже вообще просто жидко-жидко разведу. Там же краски мало. Что получится, то и получится. Будет хреново, значит, будем, как будто бы у нас здесь везде облака. Наклеим звезды. На Алиэкспрессе закажем звездочки. Вот мой помощник. Сегодня я буду в кепке. Потому что, в принципе, мне так волосы прикрыть. И вот на глаза, на лицо постоянно вот эти вот капают. А в очках очень жарко. Еще у меня большая надежда на этот валик. Приблизило. У него ворс короче. Ну, в общем, надеюсь, что получится у меня с этим валиком. Единственное, что он весь шерсти. Сейчас попробуем, может, его пропылесосить как-то. Вот. А те валики у нас, вот они. Но они, честно говоря, даже еще не выспели. Они мокрые. Все мокрые, в общем, не знаю. Буду надеяться на этот валик. Другого результата у нас не получится, только с этим валиком. Шкаф надо закрыть, чтобы туда не сыпалось ничего. Вот у нас есть еще один валик. Вряд ли он, конечно, согласится нам помочь. Маленькая надежда есть. Валик! Валик! Макс! Машенька! Ну ты поможешь же нам! Нет, сказал он. Я вам не помогу! Все, удрал. Ну сзади такой валик шикарный. Кися, дай нам твой валик. Дай нам твой валик, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, кися. Даже спрятал валик свой. Никому никогда не приходило в голову пылесосить валики. А мы это делаем. Ремонт в Питере, потому что происходит. Питер очень загадочный город. И жители в нем очень загадочные. Валик старый, его уже когда-то пользовали, и он все на себя намотал уже. Мыть я его не решилась, так как те даже не высохли еще. Но вот так мне он нравится. Что? Пойдем я ботать. Я ботать надо. В общем, я разбавила вот так. Безбожно. Безбожно разбавила. Ну, не знаю, что получится. Если что, я добавлю краски. Попробую так, потому что по-другому у меня уже краски не хватит. Намазюку, если будет перекрывать, значит, хорошо и ладно. Такая жиденькая сметанка. Не густая 20% такая у нас как была. Даже, наверное, 30%. А сейчас жиденькая такая. Так. Оператор, ты мне нужен будешь. Я, конечно, попробую. Ну-ка. Мать. Да что ж такое-то? Да что ж он у меня только с одного края это все мажется опять. Сметана перевешивает. Ага. Ничего, я его победю. Победю, да? Говорят, победю.
победителем. Какой-то широкий слишком. Только-только он не уходит. Ну шо, говорят, что нужно от окна. От окна. Я полезла. Мне вот это вот место больше всего нравится. Оно так хорошо у меня промазалось. Это у меня еще силы были несколько секунд. Вот эту брызгать с собой, давай не подальше. Она промазывает. Все хорошо. Руки болят до сих пор. Хоть мы сделали день с тобой передышки. А я хрома. Боюсь, соскальзываю с твоей. Это ужас. Мы уже дошли вот до таких валиков. Не чистенький. Я вся в краске, вся мокрая. О. Еще я несколько раз ее попадала, она мне плескалась прямо в рот. И на грудь, и везде. Скоро мы закончим, я надеюсь. Мы закончили. Я уже не могу. Все. Единственное, что еще осталось, это купить масляную краску в баллончиках. Если это когда все высохнет, будет фигово смотреться, нарисовать солнышко, тучки, еще что-нибудь. Я уже просто... Все, я устала. Все, мы на сегодня закончили. Сейчас все убираем, прибираем. Я хоть кофейку хлебну. Вот. Осталась краска разведенная уже, 250 грамм где-то. Ну, мало ли что подмазать. Но потолок, конечно, хреновый. Он изначально был плохо сделан. Там, видимо, было... Как она называется-то? Когда мажут потолок... Перед покраской нужно мазать грунтовкой. Там, видимо, было плохо это промазано. И краска в некоторых местах прям впитывается, ты машь, она опять впитывается, ты машь, она опять впитывается. Ну, в общем, такими пятнами. Ну, по крайней мере, покажу разницу сейчас. Вот такая разница. То есть это потолок в комнате беленький, да? А вот это потолок, какой он был. Потому что точно такой же потолок у нас в коридоре сейчас. Разница есть. Ну и, в общем, вот так вот у нас это получилось. Ну, трещины от трещин мы не избавились. Потолок еще кое-где подсыхает. Лучше всего, конечно, здесь около окна. Вот, ну, почище, да. Посмотрим, что там через день, через два будет. Почище. Самое главное. Все. Я больше не могу. Я устала сегодня. Всем пока. Кто нас смотрел. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Бабай.